Журналистика – это не просто умение хорошо писать. Журналист должен обладать особой сверхчувствительностью, говорил знаменитый самарский писатель и сценарист Эдуард Кондратов. Автор десятков очерков и романов, в том числе одного из первых в нашей стране сериалов «Тревожные ночи в Самаре». Премия его имени – одна из самых престижных для самарских акул пера. В прошлом году лучшим в номинации «Журналистика» был признан генеральный директор «Самары ГИС» Андрей Волков. Когда тебя награждают премией человека, которого ты знал с детства, ну, Эдуард Михайлович как бы там постарше меня, да, и когда ты делал первые шаги в журналистике, а он уже был мэтром, конечно, это невероятная радость, потому что оценили как раз те самые твои коллеги и товарищи, с которыми ты работаешь. В этом году заявки на участие подали порядка 50 человек. Сделать выбор жюри было сложно. Критерий – это, конечно, это владение словом и гражданская позиция журналиста, писателя, неважно. Собственно говоря, то, чем обладал Эдуард Михайлович. Лучшим в номинации «Журналистика» признан Валерий Ерофеев за серию публикаций об экономическом развитии Самары. Получить эту награду особенно приятно, говорит победитель. С Эдуардом Кондратовым он был знаком лично. Ты о нем, собственно, впечатления свои и его, о его биографии я начал собирать еще при его жизни. Я у него бывал, ну, не часто, но регулярно бывал у него дома. Мы там беседовали с ним, значит, на различные темы. То есть я у него многому научился. И в творчестве, и просто в жизни, как человек. В номинации «Литература» премия присуждена Алексею Солоницыну, автору книги об Иверском монастыре «Врата земные и небесные». Мне кажется, что наш город, душа его – это Иверский монастырь. Ведь преподобный Сергий Радонежский в истории нашего государства вошел, сказав, что «воззрением на Святую Троицу да истребится ненавистная рознь мира сего». Понимаете, вот об этом моя книга. В память об Эдуарде Кондратове гости церемонии прочитали отрывки из его произведений. Каждый из фрагментов посвящен важным для автора вопросам – семье, времени, патриотизму и профессии. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».